Всем приветствую, приветствую всех в магазине Trends & Royal. Сейчас наконец-то будет обзор, какие наборы можно приобрести, как будет в комнате замечательно пахнуть, что больше лечит душу, а что более экономное, либо два в одном. Сейчас я вам все очень быстро покажу. Постараюсь, как всегда, сделать обзор очень маленьким. После того, как выйдет это видео, выйдут еще два видео моих приключений вчера ночью, когда я познакомилась со своей тезкой Галиной. Почему эти видео вчерашние ночью выйдут позже? Потому что YouTube отправляет вам предупреждение только если три видео выходят в день. И так как у меня люди ждут, мои заказчики ждут обзора, что касается диффузоров, подарков и так далее, если те видео выходят раньше, тогда это видео они видят только, если они заходят на мой канал. Когда вы заходите на канал Галина Стар в Ютубе, у вас на пол в белых штанах, ну ладно, сяду. У вас видно, если вы заходите в плейлисты, вы видите, какое видео загрузилось последним. Это чтобы вы просто знали. Смотрите, вот здесь вот находятся диффузоры. Здесь специально водичка. Давайте сейчас я поверну камеру по-другому, буду показывать. Сейчас речь пойдет в первой части этого видео о электрических диффузорах. И я читала вчера ваши комментарии. Огромнейшее спасибо за активность, умнички мои. Показываю сначала эти диффузоры, затем показываю, что еще можно приобрести. Так, сейчас беру комментарии мистера Икса, нашего подписчика, который, как в итоге, еще и поэт, и очень большой романтик. Мое предложение по поводу того, как ваш дом сделать уютным. Вот этот диффузор, который стоит здесь, он стоит 110 евро. Он наполняется. Почему этот? Потому что здесь не требуется наличие розетки. Один раз зарядили, здесь есть аккумулятор, горит зелененьким, прекрасно. Можно от розетки отключить и поставить где угодно. Он наполняется просто водой. Вот в нем вода. Есть вот такие масла. То есть захотели вы, например, сейчас весной что-то лимонное, как писала Алена. Астрея, пару капелек. 3, 5, 6. На ваше усмотрение. 4,5 часа он работает. Так, я прошу прощения, у меня на заднем фоне ведьмочка смеется. Вот есть бединунг. Включили. Можно поменять цвет на холодный, либо теплый. Вот здесь установить, с какой периодичностью будет идти пар. Вуаля, все готово. Такой же диффузор есть у меня в Альтрозе, но мне кажется, что антрацит подойдет всем. Есть также вот такой диффузор, он стоит 62 евро, но вам необходима 100% розетка. Мало того, здесь нужно наблюдать, чтобы вы действительно это хаубы, вот этот вот купол посадили правильно. Господи, моя ведьма смеется и смеется. Вот здесь есть водичка, вы видите, также есть капельки. Видно, да? В использовании очень простой. Нажимается вот такая вот кнопочка. Нет никакого пульта. И вот, пожалуйста. Видите, да? Я предлагаю вам вот этот диффузор. Диффузор нового поколения. Какие масла мы возьмем? Инжир. Может быть, я ошибаюсь, но не инжир, он очень нейтральный, пахнет чем-то зеленым, свежим, да. Нравится абсолютно всем мужчинам, которые приходят в этот магазин. Но судя по тому, что вы даже умеете стихи писать, я бы добавила цветок чая, пудровый, нежный аромат, романтический. Так бы я, скажу честно, цветок хлопка, потому что хлопок – это тоже очень важный аромат. А вот чтобы это было более цветочным, интенсивным, к этому мы добавляем жасмин. Но это не значит, что вы это все вместе в один диффузор, да? То есть вы вот по настроению используете масла. Так, одну секундочку. Продолжим сейчас нашу линеечку.
дополнила еще коллекцию. Только что приходил один мужчина, турист. Такой скромный, такой правильный. Искал для своих детей подарки, которые он мог бы привезти с города Гослар. Дети в очень разном возрасте. 2 года, 5 лет и, по-моему, 10 или что-то, не знаю. В общем, мы смотрели. Я предложила для 2-летнего ребенка, если честно, ничего. Потому что ведьмочку, которая со звуком, он испугается. В принципе, ведьмочку, ну, не поймет ребенок, отгрызет ей голову. То есть для 2-летнего я сказала честно, хотите, можете взять детские наборы, как бы такой вот, да, там, ну, набор посуды детской, это подарок для родителя, это не подарок для ребенка 2-летнего. Какая-нибудь машинка, которая светится, пищит, ездит, это да. Ну, как бы это тоже нужно разделять, да. Я всегда говорю, я хочу, чтобы люди ко мне возвращались обратно, поэтому я от сердца их братую. Ну, с детьми мы разобрались, то ладно, мы взяли наборчики с маселками. Правда, пообещал прийти еще раз, потому что я ему задала в конце вопрос, а жена? А что получит жена? Он говорит, а жена сказала, ей ничего не надо. Я говорю, в смысле ей ничего не надо? Я говорю, у вас трое детей, вашей жене ничего не надо, вы в это верите? Я говорю, так, говорю, быстро, говорю, какие-то... какой-то шоколад, либо мочалку, либо что-то. Я не знаю, ей ли это понравится. Я говорю, можно спросить, кто вы по гороскопу? А он такой, знаете, видно, он то ли преподаватель, то ли врач, я не знаю. Но мне тяжело было оценить, если честно. Он говорит, я рак, а она водолей. Я говорю, слушайте, не вздумайте домой прийти без ничего. Я говорю, я вас предупреждаю. Говорю, как минимум какие-то конфеты. Он говорит, да, вы так думаете? Я говорю, ну вы что, говорю, должны у жены спрашивать разрешение, чтобы ей что-то подарить. Вот сказала она, ей ничего не надо. Вы можете 2-летнему ребенку ничего не привезти. Но жене, которая вам родила 3 детей, вы обязаны. Он говорит, я сейчас еще пойду посмотрю, что я для 2-летнего бы нашел. И тогда, до скольки вы работаете? Я приду. Я говорю, вы не должны бояться своей жене делать подарки. Что значит, она сказала, ей ничего не надо? Я говорю, ну да, рак — это эмоции, это чувства, это такая вот какая-то стеснительность, это скромность. Вот в таком плане, да? Жена водолея, ого-го, товарищи, вы что? Водолеев злить не надо, ни в мужском, ни в женском обличии. Кстати, люблю водолеев. Так, переходим дальше. Сейчас опять ушли в гороскопы. Скажет, можно хоть одно видео посмотреть без ведьм, без магии, без мистики? Нет, нельзя. Так, мистер Икс. Раз, два, три, четыре. Продолжаем нашу коллекцию. Просто после того, как вы это приобретете, вы уже будете понимать, какие ароматы вам нравятся. Хотя я больше чем уверена, нравятся будут многие. Belle and Vole, там что-то есть фруктовое, но немножко херб. Буду сейчас быстро рассказывать. Буду рассказывать так, чтобы вы меня поняли. Пудре де рис, рисовая пудра. Нежный, пудровый, интересный. Моя любимейшая Антуанет. Мари Антуанет, наша Тонечка. Вот. Вы знаете, мы смеялись где-то, наверное, год назад. Мы говорили, если бы это можно было пить, мы бы, наверное, даже пили эти готовые бутылки для диффузоров. Настолько вкусный и любимый аромат. Насыщенный, интенсивный. А вы там говорили, как же вы там писали в комментариях? Хочу то, хочу это, хочу вот это. А если, например, у вас романтическая встреча, с такой, знаете, с жгучей брюнеткой, с характером, например, стихия огонь, тогда вы в свой магический диффузор серенький, я вам предлагаю серенький, добавляете капельки Маркиз де Вин. Вы нам только напишите потом в комментариях, какой был эффект. Так, если к вам вдруг на чай либо кофе попала нежная, такая впечатлительная, добрая блондинка, то тогда возьмите розу эликсир. Чем-то похоже на маркиз, вот пудровость и нежность. Ну, плюс еще малинка, но не сладкая. То есть не сладкая. Девушке очень понравится.
если к вам пришла теща, либо бывшая теща в гости, и у нее такое, знаете, настроение не совсем, она как бы веселая, либо радостная, а мало ли, может быть, ретроградный Меркурий, то тогда вы ее очаруете нашей замечательнейшей, наполненной позитивом фрезией. Фрезия, кстати, сейчас без шуток, очень классный аромат. Тем более скоро на улице будет холодно, у нас уже холодно, и фрезия, это такой, знаете, такая доза уюта. А вот когда у вас весь этот марафон пройдет и закончатся все ваши встречи, вы просто в конце, когда будете один, наедине с собой, возьмете розу Элеганта, которая пахнет настоящей розой, и просто отдохнете от этой всей веселой компании душой. Пожалуйста. Что говорят французы? 3-5 капель. Что делают мои заказчики? Некоторые ароматы 10-15 капель. Вы сами решаете, насколько интенсивным будет этот аромат. Здесь вы это решаете сами, потому что вы заполнили это водой и добавили всего лишь несколько капелек. Понимаете? Давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10. Это получается 89 евро. На данный момент самые различные масла, которые у меня есть, больше у меня нет. Это 89, это 110, либо, если хотите, 62. Вот этот не предлагаю, потому что он слишком маленький. Его, как правило, покупают по той причине, что нравится французский мустард. Но с вами мы говорим больше о практичности, поэтому я вам презентую только эти два. Опять-таки, более практичный, конечно, тот, с которым вы не зависите от розетки. Идем дальше. Что касается подарков. Что касается подарков. Например, надо быстрее это делать, потому что опять наговорю на 20 минут. А что касается подарков. Пришли к вам гости. Они увидели, что у вас уютно, у вас пахнет прекрасно. И вы знаете, вот действительно, ароматизация помещения – это такое вот своего рода волшебство. Я сейчас не о магии, не о ведьмах. Я просто о том, какая реакция у людей. Люди расслабляются, люди успокаиваются, цуруя коммен, да, вот как немцы говорят. Поэтому, что касается подарков, есть у нас вот такие диффузоры. Вы мне сейчас, наверное, напишите, да, Жанна меня запутала с этими диффузорами. И там диффузоры, здесь диффузор. Есть диффузоры электрические, они наполняются водичкой и капельками аромамасел. А есть, кстати, эти масла можно также брать для массажа. На заметку. Есть у меня девочки, которые добавляют эти маселки в шампунь либо маску для волос. Рекомендую. А есть еще девчонки, которые вот здесь запястье таким парфюмом мажут. Так, смотрите. 30 миллилитров. Ротановые палочки уже здесь есть. Если мы это распакуем, то выглядеть это будет примерно вот так. 10 евро штучка. Они были по 14,90, а потом у нас была акция 3 купи за 10, но, в принципе, осталось их уже тут не так-то много. Давайте так, 10 евро. Видите, да? Наполненный, очень красивая там крышечка идет сверху с таким медальончиком. Что у нас есть? Что можно дарить? Sie haben doch genau das Richtige für mich. Echt? Ja, der Spitzname von meiner Frau, als sie klein war, war Hex, ne? Ach, Und eine toll. Fragetasche, wo Hexen dürfen, das Darf draufsteht, ist genau das. ich das zeigen? Sie sind nicht auf dem Video drauf, alles gut. Вот. Пожалуйста. Нашел и для жены подарок. Но мы его так не отпустим, мы еще предложим ключик. Скоро вернусь к вам.